А теперь в два раза быстрее. Раз, раз, раз. Четыре движения. И еще быстрее. А теперь потрясите совсем быстро. Попробуем идти вперед. И назад. Это самое замечательное упражнение для плеч. Скольжение грудной клетки из стороны в сторону, используя боковые мышцы. Двигаясь, подтягиваем грудную клетку из стороны в сторону, сохраняя нижнюю часть тела неподвижно. Не гнитесь. Из стороны в сторону по воображаемой плоскости. А теперь движение грудной клетки вперед и назад. Стараемся потянуть ребра вперед и назад. Движение совершаем за счет мышц спины и пресса. А теперь поднимаем и опускаем грудную клетку. Вверх, вниз. Поднимаем вверх, вниз. Движение происходит только в грудной клетке. Стараемся не поднимать плечи и не опускать голову. Подтягивание ребер, двигая тазом влево и вправо. Держим шею и голову ровно. Тянемся, тянемся. Держим плечи горизонтально. Почувствуйте напряжение боками бедер. А теперь попробуем поднять руки. Скрестить их спереди. Опустить вниз и снова развести в стороны. Продолжайте движение руками. Вверх. Скрестили. Вниз. Стороны. А теперь руки в позиции одна спереди, одна сзади. Ладони параллельно полу. Двигайте бедрами вперед, назад, вперед, назад. Используйте мышцы спины при движении бедер вперед и мышцы пресса при движении назад. Большие круговые движения бедрами. Движение вправо, вперед, в сторону, назад. Вправо, вперед, в сторону, назад. А теперь непрерывное движение. По кругу. По кругу. Помните, двигаются только бедра. А теперь вращайте руками в направлении вращения бедер. Так. Очень хорошо.
Прекрасные руки. В другом направлении. Влево, вперед, в сторону, назад. Влево, вперед, в сторону, назад. Непрерывно по кругу. По кругу.